Это был самый массовый танк предвоенной поры. Легкий, хорошо вооруженный, дешевый в производстве и простой в обслуживании. Он стал рабочей лошадкой советских бронетанковых войск. Т-26 в фильме «Оружие». В конце 20-х годов прошлого столетия в Советском Союзе развернулся процесс механизации и моторизации Красной Армии. Резко возросла потребность в бронированных машинах всех типов. На вооружении мотомеханизированных частей к этому времени уже стояли гусеничные машины отечественной разработки МС-1 и колесные бронеавтомобили. Однако их боевые возможности не отвечали растущим требованиям войск. Экономика страны развивалась быстрыми темпами. Строились гиганты черной металлургии, машиностроения, энергетики. Тяжелая промышленность была готова производить современную военную технику. Но советские конструкторы не могли быстро создать новые танки. У них просто не было необходимого опыта. Царская Россия танки не строила. Школы русского танкостроения просто не существовало. Приходилось брать за основу то лучшее, что делалось за рубежом. В 1930 году Советский Союз направил за границу специальную комиссию. Ее возглавил начальник управления механизацией и моторизацией Красной Армии Иннокентий Халепский. Халепский Иннокентий Андреевич. Советский государственный и военный деятель. Начальник вооружений РККА. Нарком связи. Командарм второго ранга. Годы жизни 1893-1938. По профессии телеграфист. В 1938 году арестован и расстрелян за участие в военно-фашистском заговоре. Посмертно реабилитирован. Целью поездки комиссии Халепского была закупка современных образцов боевой техники и вооружения. Среди прочего, Красной Армии требовались и самые разные гусеничные машины. Танкетки, малые, средние и большие танки. В то время законодателями мод в развитии бронетанковой техники были страны-победительницы мировой войны – США, Великобритания и Франция. Британцы строили скоростные, легко вооруженные танки со слабой броней. Американские конструкторы шли по пути англичан. Французы конструировали малые тихоходные танки сопровождения и тяжелые, сильно бронированные машины прорыва. Самым передовым в техническом отношении было английское направление. Повышение скорости – задача более сложная, чем усиление брони. Оно требует мощного легкого двигателя и надежной устойчивой ходовой части. Комиссия Халепского остановила свой выбор на английских танкетках «Карден Ллойд» и легких танках «Виккерс» 6-тонный. Ну, основной причиной, почему закупка произошла именно английских танков, это их приемлемая стоимость, простота в управлении и несложность в изготовлении. И предложение было массовым. Вот, можно было бы закупить сразу большую партию и обеспечить уже какую-то обороноспособность именно теми машинами, которые уже закупили, а потом наладить свое производство. Машина была спроектирована в разных вариантах – с двумя пулеметными башнями или одной пушечной. Советские представители купили 15 двухбашенных пулеметных танков вместе с комплектом технической документации и лицензией на серийный выпуск. 13 февраля 1931 года танк приняли на вооружение. Машина получила индекс Т-26. Т-26 – легкий танк образца 1931 года. Боевая масса 8 тонн. Длина корпуса 4,6 метра. Толщина лобовой брони 15 мм. Двигатель карбюраторный мощностью 90 лошадиных сил. Скорость до 30 км в час. Вооружение. Два пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж 3 человека. Т-26 рассматривался в Красной Армии как основной танк сопровождения общевойсковых частей и соединений, а также танковых и механизированных частей резерва главного командования. Первый вариант Т-26 почти не отличался от английского прототипа.
изменилась лишь передняя часть корпуса и очертания двух независимо вращающихся пулеметных башен. В ходе эксплуатации в частях стало ясно, что пулеметы – оружие для танка недостаточно мощное. В модифицированном варианте танка на одной из башен появилась 37-миллиметровая пушка. Вскоре военные потребовали увеличить калибр пушки до 45 мм. В итоге конструкторы вернулись к обычной схеме – одна башня с пушкой. Командирский Т-26 образца 1933 года получил коротковолновую радиостанцию, которая обеспечивала связь на расстоянии 15 километров. Характерным внешним признаком наличия на борту танка радиостанции стала поручневая антенна. Устанавливалась на 26-х и внутренние переговорные устройства. Пушечный вариант танка стал самым массовым. Было выпущено 8 тысяч таких машин. Они составляли основу бронетанковых войск рабоче-крестьянской Красной Армии до самого начала Великой Отечественной войны. Боевое крещение Т-26 принял в Испании. В сентябре 1936 года в порт Картахена прибыла первая партия из 15 танков этого типа. Всего за время гражданской войны 1936-1939 годов Советский Союз поставил республиканскому правительству 297 однобашенных 26-х. Советские машины принимали участие почти во всех боевых операциях, которые проводила армия республиканцев. Экипажи состояли не только из советских танкистов. В них входили также испанцы и бойцы интернациональных бригад. 26-м противостояли немецкие танки «Панцер-1» и итальянские танкетки, имевшие только пулеметное вооружение. Они были бессильны против советских танков. Однако на поле боя уже вышла противотанковая артиллерия. Опыт боев гражданской войны в Испании показал, что броня Т-26 защищает экипаж только от винтовочных пуль. Легкие тихоходные танки и сопровождение пехоты оказались анахронизмом. По результатам боевого применения конструкцию Т-26 несколько изменили. Была усилена подвеска, повышена мощность двигателя, усовершенствована броневая защита корпуса. Война с Финляндией зимой 1939-1940 годов стала новым испытанием для основных танков Красной Армии. Боевые действия развернулись на заснеженной лесисто-болотистой местности, в условиях сильных морозов и отчаянного сопротивления финской армии. Самые трудные бои шли на Карельском перешейке. Советским войскам пришлось преодолевать сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборонительную линию Маннергейма. Т-26 оказались плохо приспособленными к такому театру военных действий. Машины вязли в глубоком снегу, тонули в незамерзающих болотах, застревали в глубоких рвах, гибли на минных полях и под огнем вражеской артиллерии. Легким танкам Красной Армии пришлось действовать в основном на дорогах. Броня Т-26 не выдерживала попадания снарядов финских противотанковых пушек. Поэтому несколько десятков машин срочно оснастили навесными бронеэкранами. Танки оказались перетяжеленными и большой роли в боевых действиях не сыграли. В марте 1940 года линия Маннергейма была прорвана. Финляндия была вынуждена уступить Советскому Союзу пойти на заключение договора. И мало заслуга в этом принадлежит советский атом Т-26. 26-е были самыми массовыми боевыми машинами финской армии. Танковый парк, который на 80% состоял из советских танков. На 1 июля 1942 года в финских частях имелось всего 2 танка Т-26 разных модификаций. Финны поставили рекорд по длительности эксплуатации боевых машин этого типа. На 1 января 1945 года армия Финляндии еще располагала 17 танками Т-26 и 3 тягачами Т-26Т. Т-26 – уникальная машина. И не только по числу модификаций, которые служили в Красной Армии. Танк сыграл роль своеобразной
ближнего боя. На нем пробовали новые идеи. Было много модификаций. И других машин выполнено в этом Т-26. Это были иллюзионные управляемые по радиосигналам, которые были источены огневыми, в том числе, и пушки. Также были боезаряды на 10 суток, которые оставляли радиоуправляемые для уничтожения противных целей или углубленных сооружений в 4 уровнях глубины разрушающихся сооружений с помощью данных. Сброшенные заряды. Также были ряд читанных немецких танков. И именно на этих базах на радиоуправляемых развитие получили один танк. И пропустить всегда лишь один. Выпускались танки «Мосту-Укладчики» и танки-тращики с навесным оборудованием. За все время производства было выпущено 53 типа машин на базе РТ-6. Поэтому, к сожалению, он не имеет себе равных. Т-26 был просто конструкцией легкого управления и требовательного обслуживания. Поэтому смог выжить даже во времена увеличения колесного гусеничного. Именно на нем были опробованы многие конструктивные решения, которые получились самостоятельной жизнью и стали теперь пластическими, как строениями.